Здравствуйте, дорогие друзья! Прошло довольно много времени, пока мы не вели наш блог, и тому были ряд причин. Прежде всего, уже становится понятно, что мы несколько задержались со сдачей нашей работы, но тому действительно были очень большие крепкие обстоятельства. Но тем не менее, сейчас я стою перед входом в большой зал Нижегородского планетария. И, как вы видите, за моей спиной уже смонтированы совершенно новые двери, о которых я говорил ранее. Это, наверное, одни из лучших дверей, которые здесь можно было поставить. Это акустические противопожарные двери. Они сделаны по совершенно новым прогрессивным технологиям. И именно, это именно то, что было необходимо поставить в планетарии. Итак, давайте зайдем, посмотрим, увидим, что было сделано за прошедшее время. Итак, посмотрите, в первую очередь, это новые двери с новым проемом. За мной новый совершенно проем. Он уже покрашен в финишный цвет. Двери оснащены технологией антипаника и акустическими порогами. То есть это они звукоизоляционные и соответствуют всем современным нормам по безопасности. Очень удобно будет для посетителей, когда входить, выходить. Это очень совершенно другой уровень. И такие двери установлены по всему периметру зала. То есть их здесь полный комплект, чего раньше не было. То есть вот эти новые помещения здесь тоже смонтированы. Новые двери, это под цвет дерева. Совершенно другая технология. Это не металл, не голый крашеный металл, как был раньше, а это совершенно все по-новому. Сейчас уже за моей спиной ведутся финишные отделочные работы. То есть уже укладывается этот новый ковролин. То есть раньше, если был в планетарии пол линолеум, то сейчас это будет ковер. Прежде всего, это совершенно новые акустические свойства и прекрасный эстетический внешний вид. То есть это темно-синий глубокий цвет. То есть очень красивый цвет. И вы, я думаю, что сейчас видите, насколько он подходит для планетария. Сейчас вот ребята работают, и уже идет оклейка. То есть для этого были выведены огромный объем работ, конечно, подготовки помещения. Я это показывал в предыдущих видео. И сейчас она полностью закончена, помещение очищено, здесь уже нет пыли, и ведутся чистовые работы. Также за моей спиной уже сейчас видно, идет монтаж. Уже финишный монтаж акустических панелей, отделочных акустических панелей. Это, посмотрите внимательно, это ткань. То есть они отделаны тканью, то есть это звукопоглощающие и светопоглощающие свойства. То есть они не будут отражать свет, так как это делает, например, покрашенный материал или какой-то светлый материал. То есть это материал высочайшего качества. И вот с этого ракурса мы уже видим, что часть стены уже полностью отделано. То есть эти работы будут завершены в ближайшее время. Также мы уже видели смонтированную акустическую систему. И то, чего мы не видели, это частичная акустическая отделка поверхности старого экрана. То есть акустика в зале, она совершенно сейчас другая. То есть уже сейчас это обращают внимание все, включая уже персонал планетария, и они уже понимают, что здесь будет совершенно другой уже звук, совершенно другая акустическая картина. Также полностью сделана инженерия по системе вентиляции. То есть вот эта черная полоса по всему периметру зала – это огромный интегрированный вентиляционный канал. То есть то, как было раньше, были сделаны отдельные вентиляционные отверстия, которые все видели, они были на виду. Сейчас вся система вентиляции скрыта. И она идет вот именно смонтирована через стены, через абсолютно интегрированную структуру. И уже буквально через несколько дней здесь будет смонтирован новый экран, который скроет вообще всю инженерию и придет непосредственно к краю стены. То есть возникнет абсолютно единая структура между экраном и акустической стеной, новой акустической стеной. Это очень и очень будет здорово. Мы обязательно это вам покажу. Ну и также, как вы видите, здесь скрытым образом смонтирована новая проекционная система. Она уже работает. И то есть в тестовом режиме мы сейчас
вы видите уже пересечение проекционных зон за моей спиной на старом экране, да, пока еще. Но сами проекторы, они уже смонтированы. Для них сделаны специальные ниши. Смотрите внимательно. То есть они находятся скрыты в стене. И в конечном итоге, вот сейчас здесь уже на финальном этапе будет смонтирована вентрешетка, и проектор будет скрыт за вентрешеткой. То есть останется буквально лишь линза объектива. То есть она, во-первых, это дает очень правильную эстетическую картину, а во-вторых, это обеспечивает безопасность доступа к проектору. То есть никто из посетителей случайным образом, ну, не сможет добраться до проектора, то есть он будет скрыт. Ну, это очень удобно, потому что даже современный проектор, он, это лазерный проектор, поэтому он, его не требуется как постоянного какого-то техобслуживания, он может работать проектор 10 лет в таком режиме. И то, что он скрыт, это как раз-таки очень и очень будет удобно. Давайте посмотрим вот здесь уже, как это выглядит на практически законченной стене. Вот, смотрите. То есть вот идет стена, вот здесь будет еще вентрешетка, и дальше прямо вот с этой черной линии начинается новый экран. То есть абсолютно ровная будет структура с интегрированным проектором. Да, для Нижегородского планетария, ввиду его специфической архитектуры зала, которая уже была сделана изначально, то есть у него есть вот такой подиум, то есть он подъем идет, подъем. Оказывается так, что задняя часть зала находится на экран в нижней части зала находится на высоте практически вот, ну, по грудь обычному человеку. То есть человек таким образом стоя может перекрывать своей головой луч проектора. Ну, собственно, практически, вот если бы я вот здесь это почти видно, да, вот это вот последний крайний проектор. И видно, что почти вот он над моей головой. Вот, но вот в задней части вот здесь, вот в этой части, это было наиболее ярко выражено. И для специально, чтобы этого избежать, то, что вот этого неприятного эффекта, когда зрители, когда вставали, они своими головами создавали тень изображения в передней части экрана, то есть перекрывали ход луча проектора, для планетария мы сделали совершенно новую оптическую схему для конфигурации LDX8. То есть здесь проекторы расположены в основном в передней полусфере. То есть задний проектор вот находится вот почти что, не сказать, что он сзади, он находится, на самом деле, они находятся справа и слева. И это совершенно новая схема, которую мы будем, вот она уже работает, то есть обеспечено полное оптическое покрытие экрана. Вот, но мы ее будем тестировать, будем смотреть, как это будет работать дальше, и будем применять ее на следующих проектах, потому что это очень удобно, потому что таким образом полностью освобождается от оборудования задняя часть зала, где находится оператор и как бы другой персонал может находиться. То есть это не создает помех. Ну, также проведена огромная работа по вот подготовке помещения. Обратите внимание, что даже пожарные гидранты, которые здесь должны находиться, мы их покрасили специально в темный цвет, чтобы они как бы не нарушали для зрителей какой-то общий дизайн помещения. Вот. Ну, вот здесь, вы видите, уже заскладированы акустические панели. Сейчас идет их монтаж. Ну, практически на этой неделе все это закончится. То есть я думаю, что к выходным мы уже здесь что-то увидим, уже что-то посмотрим. Следите за новостями, будем показывать дальше. Буду рад каким-то вопросам, комментариям. Пишите, мы заканчиваем.